Стереоусилитель производства Япония, модель Pioneer SA5502. Значит, питание у нее 220 вольт, две пары акустики с сопротивлением от 4 до 16 Ом. Если включать А, то можно 4, если Б, то можно 4, если А и Б, то надо 8. Все это понятно. Значит, бас, требл, баланс, кнопочка включения, оранжевый светодиод, выход на наушнички 6,3 миллиметра, регулируемой громкостью. Если это отключить, будет здесь регулироваться баланс. Тейп-монитор, это тоже вход как бы четвертый на запись магнитофона Londos, расширение диапазона на малых громкостях. Я называю это увеличением баса. Сама ручка громкости типа Alps с трещоточкой. Кстати, проведена ему профилактика. Значит, и здесь AUX, тюнер, вход и фона. Фонокорректор представлен головками MM. Значит, мощность он 77-го года. В те времена какие-то там эти свои были там прибамбасы при этих мощностях там писали, ну короче, по мануалу он 15 ватт при 8 омах выдает, при 4 даже не нашел сколько. По ощущениям он выдает сейчас ватт по 40. Если бы были современные дины, которые сейчас идут, вот так вот выглядит он сзади. Заземелечко, значит, это вход фона, это тюнер, это AUX, это тейп, две пары акустики, производство Япония. Питание 200, он вообще мультивольтажный, но сейчас на 240 вольт приведем. Две проходные розеточки, хвост несъемный. Вот такой серийный, ну тут серийный номер у меня и не надо. Тут как бы такие штучки наклеены, красивенькие. Поэтому он только один и только здесь. Звучит великолепно, вот честно скажу. Там какой-то там, я езжу на москвиче, на каблуке. Раскритиковал, не знаю, что он там слышал и что он там слушал. Возил, вожу и буду возить. Шикарный аппарат, звучит просто бомба. Так, пока на нолях послушаем. А, подсоединил все, включаем, значит, AUX, поехали. Причем вот он поет вот на таких вот акустических системах шестиомных от музыкального центра за 500 рублей. Thank you.
Вот тебе и ОЕ. Шикарный клопчик. Поет вообще на всю катушечку. Фонокорректор есть. ММ, что еще надо для счастья? Малыш качает. Он качнет все, что угодно. Скажем так, всеми любимую АС-90 качнет на ура. Она не 90 ватт, а 35. У нее только название. АС-90 или С-90, не знаю, у меня не было. Значит, вот такой вот аппарат производства Япония, 220 вольт, никаких понижаек не надо, поет чудодейственно по-императорски. Аппарат называется Пионер SA-5502. Спасибо.